Всем привет! У нас сегодня дачная распаковка. Тут почти все с Валберес, ну, кроме вот тирольского пирожка. Он сюда зачесался, сейчас уберем. Так, у нас что? У нас вот такие вот скатерки для праздника. Их 4 штуки здесь, 140 рублей они стоят. Такие вот. Ну, они, конечно, тоненькие, но нормально для дачи пойдут. Потом вот такие вилки у нас. Они более плотные. Я взяла они такие вот, знаете, вот бывают, ими отрываешь, ой, отламываешь что-нибудь, они сразу хоп, ломаются. Сейчас достану, покажу вилочку. Ой, там еще один пакет. Так. Расковыряешь. Это скатерки я купила не на этот стол, а вот стол у нас еще на улице есть, там, где мы обычно, ну, вот на эту штучку накладываем мясо. Вот они такие вот поплотнее чуть-чуть. Стоят 126 рублей, 50 штук здесь. Вот. Там вот такие тарелки. Тарелки, кстати, совсем не дешевые, хочу я что сказать. Вот эти вот 50 штук тарелок стоят 180 рублей. Вот такие вот. Не очень, да, видно. Потом вот такие вот. На них можно мясо класть. Они как бумажные, но они довольно плотные такие тарелки. Они стоят 180 рублей, 182 или 183. Ну, такая какая-то цена. Я достану, покажу, ребят. Вот. Они довольно плотные, но, тем не менее, это все равно все одноразовое. Такие вот стаканы. Вот стаканы можно даже, наверное, как неодноразовые использовать. Они очень толстые, они двойные. Вот, стоят они 114 рублей. Здесь 25 штук, по-моему. Да, 25 штук. Вот, такие вот стаканчики. Плотные, классные. Вот эту вот штучку новую купили для мяска. 149 рублей, но они какие-то сейчас все очень хлипкие, не знаю. В общем, купили от того, что у нас здесь нету сейчас. Чай. Чай черный. В пакетах, соответственно. Одна пачечка 76 рублей. И вот такая вот большая. Ой. Тут литр 300. Она большая. Фэри. Тяжелая прям вообще. Вот, смотрите, какая. Вот. И, в общем-то, все. Вот такие вот у нас дачные покупки. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.